Новые набережные, скверы, пешеходные улицы. В следующем году в Севастополе благоустроят 5 общественных пространств. Какие именно, решат сами севастопольцы. 26 апреля на сайте 92.городсреда.ру появится 20 объектов. Проголосовать можно будет только за один. В итоге 5, набравших больше всего голосов, будут благоустроены в будущем году по проекту формирования комфортной городской среды. Помогать горожанам сделать нелегкий выбор будут волонтеры. Мы будем совместно с волонтерами заниматься и вовлечением жителей в процесс через именно то, какими должны быть общественные пространства, чтобы они, так сказать, больше понимали, что насколько важен сегодня будет их голос, что именно их территория, которая находится вблизи них, будет благоустроена. Но даже те территории, которые не одержат победу, в любом случае ежегодно город Севастополь преображается, благоустройство оно идет, те территории тоже будут благоустроены. До 22 марта выберут около 100 добровольцев, заявок уже 40. Условие одно – быть старше 14 лет. После отбора – обучение и аккредитация. Также за активную деятельность – поощрение, личная книжка волонтера. Некий бонус при поступлении в высшее учебное заведение. Ребята будут находиться в различных общественных пространствах, местах, там, торговые центры, образовательные учреждения. У волонтеров на руках будет планшет, и там введена будет определенная программа, где будут находиться места, которые планируются вот к реализации по этому проекту, и каждый житель города сможет проголосовать непосредственно при волонтере, оставить свой голос за конкретное место. Вот, волонтеры будут помогать людям проголосовать. Подать заявку и стать волонтером можно на сайте добро.ру, нажав кнопку «Подать заявку». Но прежде регистрация. Сами волонтеры и те, кто уже со стажем, и те, кто только начинает свой путь добра, уверены. Именно волонтеры могут сделать мир добрее. Если ты волонтер, то ты сможешь изменить этот мир к лучшему. Анна Шкаликова, Андрей Тымчук. Новости Севастополя.